Доминанты? Они подходят. Ну, прекрасно. Значит, смотрим. Что, что дальше? Значит, значит, Алексей Зигмунд. Да, вот. Здравствуйте. Я тут присядусь. Я не знаю, а вот товарищ, который знает, он там сообщит. Нет, он в Москве находится. Да даже не в Москве, он там, судя по фотоснимкам, он на юге отдыхает вместе с женщиной. Значит, вот Алексей Зигмунд, он не Зигмунд. Ну хотя ладно, это Зать. Это Зать. Да, вот. В конце позапрошлого 18-го года вышла книга, можно сказать, действительно, которая 80 лет была вот как-то так. Ну, где-то хоронилась она. Пожалуйста, там восемь не попало. Но, значит, вот наш гражданин, где, ну, скажи пару слов про забытки. Ну, про Зальцмана сообщи там, что они говорят хорошего.